В общем, друзья, у меня уже, честно говоря, нет терпения ждать. Кредиты все равно в любом случае придут. Но я хочу пока скрутить эти 10 тысяч кредитов. И если я с 10 тысяч кредитов не выбью себе на Браво и Чарли, то, в принципе, у меня еще будет, получается, 4 тысячи плюс бонус 140. Короче, еще будет куча кредитов, и с них я точно еще выбью. Так что погнали. Так, это сервер, друзья, Браво. Я перейду, пожалуй, на ПВП канал. Так, и... возьму класс снайпера, чтобы Warface думал, что я снайпер, все дела. Так, какого хера я взял инженера, что за обман? Так, Макмиллан. Ну, в общем, друзья, Макмиллан раньше был топчиком, просто нереальным топчиком. Не знаю, что с ним теперь, именно в данный момент, когда его ввели в коробки удачи, потому что я вот недавно его брал, и что-то он обосраться как не ваншотит, Я просто, вспоминаю свои 2016 года, когда я просто брал, брал и выбивал весь донат с 5 коробок. Вот просто вспоминаются вот такие вот моменты, когда я просто... Я закинул на 5 коробок, я взял, сука, и выбил. Просто волшебный человек, у меня слов нет. Учитесь, друзья, вот это была самая, мать его, топовая тактика. Просто разговариваешь, говоришь, что нужно поменять класс снайпера, он меняется на инженера, ты крутишь 5 коробок, как какого-то хера выбиваешь, Макмиллан. Честно, вспомнил свои 2013 года, когда он еще был в игре, когда я выбивал его, и он просто брал и падал. Это было, друзья, очень шикарно. Не, на самом деле, Макмиллан очень часто... сейчас не ваншотит. Я не знаю, может быть, они его сейчас на недельку добавили, они дали ему хоть какой-то ваншот, ну потому что за херня, как бы, как-то не круто. Ну как хрен знает, может быть, он только с глушителем не ваншотит один день. Может быть, он только с глушителем не ваншотит, а если пламегаз, например, как на АХ поставить, он будет ваншотить, потому что он не ваншотит вроде бы всякие вот эти вот, которые защищают руки, ботинки, вот это вот все вы можете дать полный крест. Но если чисто в тушечку попадете, естественно, если в голову попадете... то будет ваншот. То есть не ваншот будет то, когда если вы попадете в руку или в ногу. Или в какую-то маленькую часть. Вот, где пуля, в принципе, типа на вылет может вылететь, но это не точно. Вот, ну хрен знает на самом деле. Вот его сейчас добавили в коробки удачи, может быть, они сейчас решили этот вопрос с неваншотами, хрен его знает. 3 скина, отлично. Ну на самом деле, в 2013 году не было всяких этих боевых перчаток, ботинок, которые могли дать неваншот, поэтому хрен знает, может быть, его на самом деле не фиксили, а... просто это все из-за... 3 баррета, мать твою. Это из-за того, что они добавили всякие эти перчаточки и все такое. Ну, Макмиллончик, ну ты так хорошо на Браво упал. Ну давай на Чарли тоже падай. Вот так, так реально душевно упал мне с 5 коробок. Вот честно, вот прям я прям сплакнул, вспомнил свои года, когда я просто брал, мать твою, и выбивал донат с 5 коробок. Но походу это дело не работает. Напишите, ребят, в комментариях, кто из вас будет выбивать Макмиллан. Хрен его знает, может, кто-то тоже хочет Макмиллан. Типа, Макмиллан, встроенный глушитель, все дела. Это как-то круто, нет? Типа, у АХа такого нет. Кстати, когда АХ сначала вводили, они тоже хотели встроенный глушитель, типа, сделать. Я начинаю паниковать. Макмиллан, ну падай, пожалуйста. Знаете, я теперь больше буду предлагать своих идей, чтобы мейл добавляли какие-то коробки удачи. Честно, вот коробка удачи, говно вопрос. Вот прицел на АК-47, я сказал, через полгода или через год, все, добавили. Коробка удачи, сказал, через 3 дня уже вот в игре. Надо вангануть, какая следующая... С тайпом, точно, с тайпом. Вот тайп вообще вроде ни разу не добавляли, или один раз всего добавляли. С тайпом нужно добавлять коробки удачи. Мне как раз на Браво тоже Чарли тайпа нет, и я его хочу. Не, слушайте, ну это реально, такой прикол. Донатные коробки вообще без проблем, на третий день. Не, ну может, конечно, это... совпадение, но я не верю в совпадение. Совпадение не думаю. Так, ну, Макмиллан, ты это где-то обосрался, что ли? Я ж не золотой Макмиллан хочу выбить. Ты это обычный выпади, и все, я забуду про тебя. Так, стоп, ПВП канал я уже крутил, так что мы сейчас идем типа на ПВЕ, типа я такой ПВЕшник. Беру снайпер. Черт, не сработает, я взял снайпера, он с первого раза взялся. Я просто хотел, короче, если мне сейчас выпал бы опять быстро Макмиллан, я бы пошел на альфа и покрутил бы себе золотой иксик. Я его так сильно хочу. Ну, в принципе, раз уж Макмиллан и все есть. На альфа у меня, ребят, Макмиллан 3 вроде было, остался только один, потому что я с ним часто играл. Так что, это ответ на вопрос, почему я не на альфа его не кручу, потому что он у меня есть. Давай, ну 5 коробочек. Ну, пожалуйста, я начинаю нервничать, сучка. Не, честно говоря, на обычной оружке я... Ладно, там на золотой ктар мы там сливали, ладно, хер с ним, но это золотой, все дела. Ну, ты же обычный Макмиллан, твою мать, ну выпади, плиз.
Ты так шикарно мне с 5 коробок выпал, пожалуйста. Я опять записываю ночью, и у меня нет шанса очень жестко орать. Я постараюсь сдерживать все свои эмоции, но не обещаю. На 1 час, ну падай. Знаете, короче, я очень много макмиллов все время выбивал, и иногда они падали вот так вот, короче. Ладно, я так больше не буду делать, что-то нихера не падает. Я тут апнусь скоро, у меня тут 59 ранг на Чарли, я тут, походу, реально скоро апнусь. Хватит меня, ну пожалуйста, на выпаде, нет, ну серьезно, а ну хотя ладно, что расстраиваюсь, мне еще, в принципе, придут кредиты. А, плюс еще с бонусом придут, так что это будет нереально круто. Не, ну просто неохота на Макмиллан столько прям кредитов тратить, ну просто он так с 5 коробок красиво упал, я думал, все, на Чарли вообще на изи упадет. Или не упадет. Сука, 3 скина, ой, 5 скинов, ну иди в жопу. Ладно, ребят, я начинаю немного нервничать, что мне не упадет. Я, конечно, понимаю, что у меня еще куча кредитов, но нервничать я начинаю. На сколько он мне уже нападал? На 3 дня, твою мать, боже, идиотизм какой-то. Помню, я на Чарли без видоса крутил тайп, короче, с 10 тысяч кредитов. Представляете, вообще не выбил. Честно, потом я проклял этот сервер и не крутил там больше донат. Но потом все же попробовал. И все нормально было с донатом. Так что если они добавят тайп, не знаю, наверное, я на Чарли его опять не выбью. Но я честно буду пытаться. Не, ну Макмиллан, ну пожалуйста, я знаю, что ты видишь, что у меня куча денег, что у меня сейчас еще там больше 5000 кредитов. Я понимаю, ну пожалуйста, на выпаде. Я золото X так и быть покручу, но просто в Макмиллан все сливать. 5 барретов, твою мать! Ладно, хорошо. Я так обрадовался, что он мне набрал выпалы. Меня сейчас начал... У меня уже жопа горит. Я уже начинаю очень сильно нервничать. Бать, сука, иди в жопу с этими скинами, мразь. 159 дней бара, ты иди нахер. Откуда у меня тут вообще 1000 мин, мне интересно? Против пехотных. Давай, ну 5 коробочек. Да сука ты! Ладно, хорошо, новая тактика. Давай 2 коробки. Помню, я Макмиллан в каком-то видео, или не видео, ну короче, в каком-то году выбил прям вот с одной коробки. Не знаю, он мне очень нравился, анимация, когда именно Макмиллан палит, и он такой симпатичный. Он такой, вот реально, очень красивое оружие. То есть мне очень нравилось еще, особенно анимация, когда он такой навсегда показывается. Пожалуйста, Макмиллан, давай. Да иди ты нахер! Вот сервер Чарли, ну почему... Почему Наташа наоборот на сервере... А, Наташа тоже на сервере Чарли не везет. Почему на Браво так все легко падает, а на Чарли нихера не падает? Я вот всегда, вроде у меня даже когда 130 тысяч кредитов было, у меня на Чарли вот вообще нихера не падало. Твою мать, 2000, вот... Все, я начинаю очень жестко нервничать, ну пожалуйста. Да, сука, мразь, отсоси, Warface, просто отсоси мой член, мразь, вот просто, сука, отсосал, вот... Я честно думал, что я его уже и тут не выбью. Но он отсосал. У меня очень много. Видите эту цифру кредитов? Эти криты сказали, Warface, отсоси. Ты сегодня выпаешь мне Макмиллан. Все, супер. Короче, у меня теперь и на чард есть Макмиллан. Ну просто посмотрите. Просто это оружие можно выбить из-за того, чтобы просто на него смотреть. Посмотрите, какое оно красивое. Как оно плавненько в прицел входит. Как с ним плавненько вот так вот бегать. Ну хер знает, может быть на него если пламегаз поставить, он как бы будет ваншотить. У него, кстати... Зум вообще, да, быстрый? Или нет? Ну, в принципе, как у АИКСа, мне кажется, зум. Ой, какой он классный, как мне нравится звук его с его глушителем особенно. Просто шикарно. В общем, друзья, у нас осталось 2000 кредитов. Давайте попробуем слить их на золотой АИКС. Признаюсь честно, друзья, золотой АИКС я хочу, ну, примерно в 3 раза больше, чем Макмиллан. Так что... Я буду очень рад, если он мне наконец-то выпадет. Я потратил на него уже кучу бабла. Я на стриме сколько бабла на него тратил. На видос сколько я на него бабла тратил. Пожалуйста, Икс, настало твое время. Выпади, сучка! 5 скинов, блять, иди ты нахуй. Ладно, хорошо, я доволен. 10 тысяч кредитов у меня есть. 2 замечательных Макмиллана на серии Браво и Чарли. Действительно, зачем мне этот золотой Икс? Ну действительно, а? Не, ну я как бы шучу, Warface, это типа, да зачем он мне, да не нужен он, не нужен. И он выпадает, ну понимаешь, это вот эта вот суть. Блин, ну серьезно, ну как бы есть же счетчик, как бы, счетчик блядства Mail.ru, то есть ты должен понимать, что если человек потратил настолько много бабла на эту коробку удачи, ну как бы, ну ладно, ты как бы столько денег потратил, ну мы же как бы добрые, да, держи, брат. Ну то есть, что это за говно? О, 2 баррета. На 102. У меня, кстати, тут бард даже... А почему у меня меньше тут, кстати, интересно? Я ШХ... А, ну это, наверное, ШХ одного золотого. Которое пытался выбить. Сколько у меня, интересно, еще обычных ХХов? Обычно-то выпадет? Не, ну мне обычно не нужен, конечно, нахер. Нахер он мне сдался. Мне бы золотой, честно говоря.
Буду так в каждом видео, не знаю, если буду выбивать донат, остатки кредитов сливать на этот АИКС. И может быть когда-нибудь, но это не точно, он мне выпадет. Спасибо, друзья, что поддержите меня, конечно, что там после того, как я не выбил АИКС там с 20 тысяч кредитов, накидали мне кучу скринов, как его с одной коробки, там с 5 выбиваете. Вот спасибо, просто спасибо огромное. Золотой, конечно, обычный там нахер он сдался. У меня обычных много, и обычный как бы не особо трудно выбить. Золотые с 5 коробок, там чувак кидал скрин, где он с 5 коробок выбил золотую обычно. Четко вообще, вот просто, вот чувак просто вот просто магиот. Он такой красивый, у него такой хороший зум. Такой золотой, я так его хочу. Блин. Ладно. Я могу, конечно, иногда когда-нибудь смириться, что золотой X мне никогда не выпадет, но, ну, пожалуйста, на выпаде, ну, сука. Блин, как же жалко сливать кучу, вот просто вот, я понимаю, вот когда шел на сервер Альфа, я понимал, что вот 2000 рублей, и все, их нету, понимаете, то есть, просто как бы, ты их сольешь впустую, серьезно, одна коробка! Ребят, просто слава богу, что мне эти криты не успели прийти. Вот просто спасибо, слава богу, что не успели прийти. Сейчас бы они пришли, я почему на X эти все криты слил и опять же ничего бы не выбил. Я вот думал, да, вот одна коробка последняя. Ладно, друзья, на самом деле я не унываю, потому что, во-первых, на бравый чарли я выбил Макмиллан. А это единственное, что я, в принципе, хотел выбить сегодня. Не рассчитывал на золотой X. Ну, просто было бы прикольно, если бы он взял, и как вот золотой скаут на серию Альфа и Браво мне взял, и вот просто взял и выпал. Было бы просто шикарно. Ну, так тоже, на самом деле, неплохо. Моя главная цель была Макмиллан, и получается, я слил свои 10 тысяч кредитов, и мне еще 5 с чем-то тысяч, ну, придут, короче, потом. Это просто шикарно, что они мне сразу не пришли, потому что я, мне кажется, больше бы потратил. В общем, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Серега, спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, всем пока.